Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. При работе я пользуюсь несколькими сверлильными патронами. Ну, не то чтобы я пользуюсь несколько, но у меня несколько патронов, и в них заряжены определенные сверла. Вот, например, в этом патроне пятерка, это цанга с постоянной восьмеркой. Вот есть десятка вот такая, но этим сверлом я не пользуюсь, чуть позже про него расскажу. Ну и основной патрон, вот в нем зажато сверло на 12. И также заряженные коносоморзы со сверлами. А недавно вот я разжился, электрик мне подарил вот такой вот патрон. Правда, это ударный патрон, но... Сделан он в Германии, не в Китае. Вот я решил ему сделать переходник. Патрон имеет резьбу 1/2 дюйма, 20 ниток на дюйм. УНФ. Вот сделаю я вот в этот... Не знаю, как называется правильно это приспособление... Но делать я буду сюда. А это сверло ВК-8. Вот, видите? Пока я его еще нигде не применял. Тоже человек мне дал заточить сверло. И я когда увидел... Ну, это сверло просто не точилось на белом камне 25А. Я предложил ему обмен, он поменялся. Вот я хочу вот так вот приспособить этот патрон. Ну, для этого взял кусок вала с батареи сеялки. Материал покрепче, чем у меня купленный хозяйством. Ну, это вал, должна быть сталь СТ-45. Кто силен в этом вопросе, поправьте меня, с удовольствием прислушаюсь. Так, нужно проточить на 32. Я буду протачивать 32,5 чистовой проход. Теперь проточить под резьбу, длина 15, диаметр 12,7, полдюйма. У кого электронный циркуль, переведите в дюймы и точите, пока не покажет 0,5. Так, теперь нарезаем резьбу. 20 ниток на дюйм. Вот вы видите характеристики резьбы. Соответственно, последняя колонка, шаг нарезаемой резьбы в миллиметрах. Это как раз заглубление. 1,25, 1,20, 1,27 по стандарту. Семерку вы не поймаете, пятерку поймаете. Ну и, естественно, проверять самим патроном. Все, патрончик дома. Остается отрезать
Этот адаптер, переходник. Вообще мне нравились очень вот эти, как их назвать, крепления для сверел. Раньше их было много, потом куда-то поисчезали. Ну что, проверяем. Вот я сделал углубление. Сделал я вот в этом кондукторе сверлом 7,5. Но дело в том, что попала стружка, и он видно, когда вытаскивал, подклинило и поцарапалось. Пришлось шлифануть наждачкой тыльную часть переходника. Испытание. Сверло 11. Да, этот переходник зажимает от 1,5 мм до 16. Большой. Ой, этот патрон зажимает от 1,5 мм до 16. Большой патрон у меня зажимает от 1 мм тоже до 16. Сверло 11 миллиметров. Ну, разбило на 0,05. Нет, ничего можно сказать. Нормально, работать будет. Вот еще одна ветка в моей елке сверлильной. На этом у меня все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До свидания, всем удачи!